А раньше они свободно ходили. Ты посмотри, бронтозавр какой. Я думал, это скульптурки стоят. Черепашка по имени вот там из Китая, такая вот крутая. Вот это да. Черепашка. А там он день сурка какой-то. Сурок Тимка наш. Хомячок. Вот это грызунчик. Ого, ничего себе. Это бобер, по-моему. Да не, это что-то. А вон там что-то написано. Это, там что-то написано, надо прочитать. Кроме того, что берегите конечности, я так понимаю. Шпароносная черепаха. Прям поносно. А, смотри, там он гонка за лидером идет. Сначала пойдем, а потом я тебя подержу, чтобы ты все видел. Смотри, смотри, она ее преследует. Пошли через недельку вернемся, узнаем, кто победил. Ох ты, боже мой, какие они огромные. А их там целый выводок, вон смотри, сына. Вон видишь в том конце. Вы наблюдаете морских черепах. Вон там живет морская черепашка. А там спряталась морская черепашка. И тут приходит в голову одна мысль. Здесь морская черепашка по имени Наташка. С очками из Китая. Такая вот крутая. Прекрасно. Где этот малыш спрятался? Ну, его гоняют, чтобы он разминался, видимо. А где там черепашка захватывает территорию? Сурка. Черепашка отжала. Да что ж ты так прячешься? Черепашка отжала территорию. Тун-т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 ун. Название говорит, что будет немного какать. Топинамбуры, да? Капибара? Эскобара. Пабло Эскобара. А, ну вот как свинка. Так это же морская свинка. Морская черепашка. Я уже пел. О, там он еще. А, так они же есть, да? Слышишь, какое они здоровые. Не понял, они что, копытные, что ли? Парнокопытные. Да не, вроде не копыта. А я не видел их в прошлый раз. Какие маленькие. О, бананы. Помнишь? Вот она блюдо. Нет, она мангали. А, вон там сейчас надписи есть, сейчас почитаю. Капибара або водосвинка. Капибара. Капибара там где-нибудь. Вот, смотри, таблеточки. Напивводный травоидный совец. Единый представник у семейства. Громадные, конечно. Свинки. О, господи, мы тому носу удивлялись, а ты посмотри здесь какой. Какой кошмар. Как они с этим живут? Так ты кенгуру. Я тебя не распознал сразу. Кенгуру. Ну вот, опа!
Не, а что, если бы тебе так высоко клали яблоки и пищу, ты бы тоже запрыгал. Стой, я хочу поснимать. Где твоя сумка или подсумок хотя бы? Как тебя зовут, чудо-птица? Фельдман Экопарк. Господи, и ты такая носатая. Да что же у вас тут всех по роговому наросту отбирают? Ты посмотри, какой огромный клюв. Красота. Это такие разведчики вышли. Два разведчика вышли. Это патрульная полиция. Парами ходят, видишь? А он свинки. Я хочу вас спросить. О, медведь. Так, в правом углу ринга. Сынуля, иди смотри, тут бокс. Смотри. В правом углу ринга в синих трусах медведь бурый. В красном углу ринга в черных трусах такой. Ну, когда будет гонг? Покажи, где, вон, косолапый номер один выходит на ринг, а потом прячется в углу. Кстати, мы когда здесь были, то не делали. Красота. Серьезно. Косолапый один выходит первым на ринг, но что-то засомневался и пошел. Ой, сколько там навоза. Это ты мне хомячка в прошлом году продавал, да? Маленький, пушистенький. Сколько там навоза. Да, а куры, ты видишь, тут гуляют просто. Да ну тут подсобное хозяйство. Он, смотри, он свиней сколько. Не, ну там не только свиньи, там и посетители есть. Куры тут мало. Голубей гоняют. Голубей чем кто? Голубой гоняет голубей. Свинька. Он там находит, покупать еду сюда заходить. Вот это хряки.